Всем привет! На моем канале был розыгрыш и очередной победитель этого рубля, этой монеты. Его зовут Максим. Это уже, по-моему, второй человек из Черновецкой области выигрывает вот такую монетку замечательную. Упаковка и отправка, все за мой счет. Так, сейчас мы пакуем и идем на Укрпочту и отсылаем. Условия розыгрыша настолько простые, поэтому сейчас вот уже с каждым розыгрышем все больше и больше людей начинает участвовать. Но я придумал кое-что еще поинтереснее, поэтому наблюдайте за каналом и подписывайтесь. Так, и вот так вот мы еще скотчем. Чтоб наверняка уже. И такой конвертик. Наложим. Победитель абсолютно ни за что не платит. Самое главное — это ваше участие. И быть подписанным на мой канал. Ну и ставить лайки, конечно. На Инстаграм не забывайте подписываться. Там уже потихоньку тоже набираются подписчики. В Инстаграме тоже ничего не накручивается. Не хочу этим заниматься. Пускай как идет, так оно и идет. Как и на канале. Так, Макс, вот тебе упаковал все. Сейчас иду на Укрпочту быстренько, а то уже вечер. Чтоб уже сегодня все оформили. И завтра с утра уже стартанет, поедет уже к тебе. Вот так вот все легко и просто у нас происходит. Поэтому, если тоже желаете участвовать в подобных розыгрышах, будут какие-то другие. Еще раз напоминаю, ребята, с ростом канала буду покупать более какие-то интересные предметы. Может быть, даже и часы, и монеты уже пойдут подороже. Поэтому делайте репост моих роликов, может быть, даже этого. Ставьте ВКонтакте на стену, чтобы оно было первым. Мои какие-то ролики из канала абсолютно на ваше усмотрение, любые. И чем нас больше будет, вы сами все прекрасно увидите. Ну вот, как я говорил ранее, 5-10% с того, что платит YouTube, я буду инвестировать в развитие канала, на призы, на какие-то конкурсы интересные. Если у вас есть какие-то задумки насчет конкурсов, какие-то интересные супер-пупер предложения, пишите под этим роликом в комментариях. Возможно, я что-то выберу. Возможно, вы что-то предложите, нечто такое интересное, то, что и мне, и всем понравится. И я обязательно запущу этот ваш конкурс. Так, все, друзья, я побежал на Укрпочту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. И до новых встреч!